Такого вы еще не видели. Магазин JD.ru проводит беспрецедентную распродажу. Геймерская мышь или геймпад для смартфона за 5 центов, наушники Xiaomi $89, камера Xiaomi $72. Количество товара ограничено, подробности в описании. Всем привет! Как часто вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте со своего мобильного телефона? Мы надеемся, что часто, ибо сегодня мы поговорим про лучшие бесплатные клиенты для ВК. Поехали! Первый в нашем списке будет клиент под названием Kate Mobile. Клиент делится на три логических блока – профиль, новости и сообщения. Переключается все это дело с вайпом, во вкладке «Профиль» спрятались все остальные функции клиента, музыку можно слушать онлайн, а также сохранять ее в кэш и слушать офлайн. Рекламы немного, пара маленьких баннеров в разделах музыки и видео. Линд – это красивый оранжевый клиент для ВК, очень похож на официальный клиент. Все меню спрятаны в боковой вкладке, там же можно найти список ваших друзей и групп. Рекламы в клиенте нет, но разработчики нет-нет, да и просят вас в любезной форме поддержать их проект и предоставлять свои реквизиты. Музыку послушать в этом клиенте, увы, у вас не получится. Из-за жалоб правообладателей разработчики вынуждены были отключить прослушивание музыки. Вместо этого клиент предложит вам купить данный трек в Google Play Store. Rocket – это клиент для тех, кому от контакта нужны только сообщения. Клиент дает вам всего лишь две функции – диалоги и список друзей. Больше в нем нет абсолютно ничего. Например, для меня это клиент, практически идеальный. Я пользуюсь контактом исключительно для диалогов, и Rocket справляется с этой задачей на все 100%. И под конец красивый и лаконичный клиент под названием Polyglot. Есть возможность подключить несколько аккаунтов к клиенту. К сожалению, нет музыки, да это сейчас беда общая для всех клиентов ВК. Рекламы нет, разработчики лишь ненавязчиво предлагают загрузить другие свои приложения из Google Play Market. Мы выбираем Kate Mobile. Понравилась концепция по свайпу переключаться между новостями и сообщениями, очень удобно. Это была подборка лучших бесплатных клиентов ВКонтакте из Google Play. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы сторонними клиентами ВК, а также подборку приложений какой категории вы бы хотели увидеть на нашем канале в следующий раз. С вами был Android Insider, до встречи!